Приветствую, дорогие подписчики восьмого канала, с вами я, Димикс, и сегодня мы с вами посмотрим на Marvel Битва Чемпионов. Да, и на эту игру меня просил сделать мой давний товарищ. Никого не буду говорить, не буду афишировать, давайте посмотрим просто. Это очень редкий предмет, его нелегко найти, духи комиксов, что ли? Окей. Но настоящий коллекционер живет ради азарта, охоты. Угу. Чемпион Росомаха, редкость, идет захват. Окей. То есть нам Росомах, что ли, дадут? Чемпион Гамора, боевой броне. Чемпион Халк, сильнокожий. Чемпион Дэдпул, в красном-черном костюме. Угу. Я только не понял, это нам персонажи так быстро раздали, или это что? Идет загрузка, друзья. Ну и как бы загрузка. Ага. Окей. Чтобы выиграть в битве чемпиона, сперва необходимо владеть навыками рукопашного боя. Давайте попробуем. Лучше всего играть двумя руками. Ну, как бы у меня мышка, ладно. А, коснитесь справа. Коснулся. Ух, ни хрена себе. Прикольно. Проведите вправо. Средняя атака. Ага. То есть духи Street Fighter и этих. Как Mortal Kombat всяких, да? Ага, блок у нас. Все. Я разобрался. Разобрался. Так. Перпатинг использует блок, чтобы пробить его, надо использовать тяжелой атакой. То есть это надо удерживать справа, да? Угу. Бум! Нихера. А теперь использую все выученные приемы в настоящей битве. Окей. То есть это, знаете, что мне напомнило? Мне это напомнило Marvel Avengers 3. То бишь, кто помнит, на PlayStation Vita, что ли, она выходила, там вот было что-то такое, или Marvel против Capcom 3, как так она называется. Вот. Прям в точь-точь. Охренеть. Нихера себе, ребят. Ну это прям вообще шедевр, по-моему. В духе Mortal Kombat 10. За единицу можно купить кристалл героев, хранилище коллекционера. Окей. Красивая битва была. Красивая. Что нам дальше игра преподнесет? Кристалл героя. Добавь в свою команду нового чемпиона. Как же я его получу, интересно? Чтобы добавить героя, притащить на пьедестал. Что? И кто же у нас там добавится? Человек-паук или кто? Да, ребят, мы открыли с вами Человека-паука. Прикольно. Ну что ж, посмотрим, как у нас он дерется, наш паучок. Превосходно, твоя коллекция пополнилась великолепным чемпионом, а теперь открой другой кристалл. Окей. То есть нам вот так вот дают выбор персонажей, да? То есть рандомно нам падают разные герои. Ну вот я еще один кристалл открыл, можно сказать. И кто ж там? Росомаха, нихера себе. Прикольно. А кто же еще нам упадет? Или это все? Поздравляем, отправляйтесь на задание с вашими новыми чемпионами. Загромите команду Канга. Окей. Отправляемся на задание. Посмотрим, что у нас имеется. Росомаха и Человек-паук. Какие у них стили боя? Угу. Один союзник застрял где-то там, и нам надо... Ага, то есть... У нас много там можно открыть персонажей, видите, да, сколько. Ладно, Человек-паук против Айронмена. Блин, я не думал, что она настолько крутая. Я думал, что это нечто такое пошаговое, так, знаете, типа, в духе комиксов. Как там, карты и прочая херня. Но это оказалось прям полноценный файтинг. Это реально круто. На повышение мобильности в бою можно использовать два техника. Уклонение и рывок. Окей. Пройдите влево. Угу. Пройдите вправо. Угу. Атакуйте его на расстоянии. Угу. Начать бой. Так.
Тихо-тихо-тихо, влево-влево. Так. Ну это изи, ребят, просто изи. Просто зажимаем кнопку, и он ставит блок. Круто. Ага, то есть наш Iron Man тоже может пробивать атаки. Но мы, тем не менее, можем его атаки тоже пробивать. Насколько я помню, надо как-то зажать, что ли, в правый курсор мыши, чтобы пробить его атаку. Вот, но мы, тем не менее, его победили. Прикольно, друзья, просто прикольно. Кому нравятся файтинги, советую поиграть в эту игру. Вы просто не пожалеете. Я не знаю, на какие андроиды она идет, но вот у меня сейчас стабильненько по 30 кадров. Учитывая то, что я играю на эмуляторе. Так, Халк рушить. То есть Человек-паук против Халка будет или... А, Росомах против Халка, окей. Давай посмотрим, как Росомах у нас дерется. Я еще, знаете, кого хочу? Я хочу Дэдпула. Потому что это, блин, а прикиньте, если их всех открыть. То есть всех персонажей в игре открыть. Играть ими. Это же охренеть. Целый, я не знаю, DC Universe будет у нас. На мобилке. Так, Сайфер Самаха блок, это все-таки Халк. Халк крушить, Халк ломать. Хорош, сильная атака. Сильная атака. Ага, значит он все-таки пробил мой блок. Окей, ставим блок. Давай, Халк. Оп. Так, окей, когда он ставит блок, мне надо зажимать. Я понял. Ох ты, блин! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Халк. Халк, полегче. Халк, ты чё такой резкий, а? На! На! Ха-ха! Сильно атака тебя добью. Оп! Ха! Вот так вот. Прикольно, друзья, просто прикольно. У меня просто нет слов. Я не думал, что это будет красиво. Так, настолько красиво, настолько зрелищно. Но, как мы видим, все вполне себе круто. Завершено исследование. Если ввести это вещество чемпиона, его уровень повысится. Окей. Поздравляю, успешно выполняем первое задание. Забрание можно усилить чемпиона. Окей. Давайте усилим, если это возможно. Это экран чемпионов. Здесь ты можешь улучшить, проверять и продавать собранных чемпионов. Ага. Угу. Улучшение. То есть надо перетащить, что ли, или что? А, вон как. Прикольно. Человек-паука улучшили. Угу. Ну, в принципе, оригинальненько все сделано. Достаточно в таком крутом стиле. Угу. А сколько Дэдпул у нас стоит? Получить сейчас 60 тысяч рублей. Сильный кристалл. Набор усиленной атаки. Дэдпул. Дэдпул. 13 дней, 23.50. А, то есть надо подождать 13 дней, 23.50. Серьезно? Хреново. Тысячу... Нет, стоп. Это... 119 рублей он стоит. Ладно. Назад. Сюжетные задания, задания события, конфликт, режим союза. Угу. Ну, прикольно, в принципе. Много всего интересного. Подчинение. Став команды. Как еще найдешь? То бишь, это надо кристаллы открывать или как? Они же вроде каждую неделю падают, не так просто не упадут. Угу. Ну да, я так думал. Кристаллы падают ежедневно, поэтому ежедневно у вас будет пополняться арсенал вашими героями, которых вы будете прокачивать. Вот. Но если мы выберем сюжет, подчинение, начать задание.
Если один из чемпионов пал в бою, его можно вернуть где-то там. Окей, нам надо сражаться теперь с Капитаном Америка, что ли? Это кто, Бэтмен? Так это кто? Я не понял, это мутант или это Бэтмен? Это Черная Пантера, друзья. Я, честно говоря, не помню этого героя из комиксов, но ладно. Идет загрузка. Ага, прогрузилась. Мы играем с вами за Росомаху. Наносим первый удар. Убегаем. Наносим второй удар. Он ставим блок. Пантера пытается его пробить. И я делаю регенерацию. Пробиваю блок пантеры. И добиваю его, естественно. Почти добиваю. Да, все. Пантера повержен. Росомаха крут. В общем, ребята, такая вот у нас интересная игра была. Поэтому, если вам понравился данный ролик, советую вам поставить лайк, подписаться на мой канал, потому что Android игр еще будет очень много. Пишите комментарии, на какие игры мне обозреть. То бишь, какие игры мне сделать видос. Ну и, конечно, ставьте лайки. Вступайте в нашу группу. И просто будьте счастливы. Играйте в хорошие игры. Всем здоровья, всем удачи и всем пока-пока.